Хочу вас познакомить с семьей из Беларуси. С недавних пор семья переехала в деревню, теперь они жители села. В видео они рассказывают о своей жизни. В этом году они займутся ремонтом в доме, будут благоустраивать свой участок, пополнять свое хозяйство. Всем, кому интересно смотреть обычную жизнь в деревне обычных людей, приглашаем на канал «Поместье Ерёминых». Ссылочка в описании к видео. Всем привет! Снова мы в доме, снова у нас продолжается ремонт. Сегодня будет самое такое для меня интересное. Это я начну раскладывать уже теплый пол. Начну я с самой большой комнаты. Вот раскладывать здесь буду, потому что ванна еще у нас ничего не высохла. Нужно ждать, пока высохнет. Вот, а здесь уже нормально все. Вот сейчас поставлю коллектор. Кстати, я не знаю, показывал, нет. Но если не показывал, покажу еще раз. Точнее, если не показывал, покажу. А если показывал, покажу еще раз. Вот, такой коллектор мы купили фирмы Тим. Это мы покупали в Ростове. Здесь он стоит порядком 9 тысяч. Вот, там вплоть до 12 тысяч доходит. Разных, конечно, фирм, брендов есть. Вот, мы взяли вот такой из нержавейки. Получается, здесь 6 контуров идет. Здесь, как называется, он показывает давление в каждом контуре. Можно будет посмотреть. Так, здесь ничего не крутится. Вот, не знаю. Здесь паспорт я сейчас поизучаю. Вот. Ну а второй идет обратка уже. Такая здесь с возможностью перекрыть, ну, отрегулировать давление. Вот. Также здесь в комплекте идут давление сбрасывают, воздух там лишний выходит. Вот крепление. Так, это у нас что? Тоже какая-то дополнительная загрузка. Ну сейчас, короче, я изучу. А у нас будет стоять вот здесь. Вот. Вот это мой, получается, будет третий теплый пол. Первый раз я ложил в летней кухне. Второй теплый пол я ложил у Кристины. И здесь будет мой третий пол. Конечно, уже я руку немножко набил. Вот. Знаю, в чем мои были ошибки, в чем сейчас, как говорится, где их не совершить. Вот, ну сейчас попробую с вами немного поделиться, какие наблюдения я для себя сделал. Вот. Первое, это то, что когда укладываешь теплый пол, вот, не должно быть мертвых зон. Потому что что там, что у Кристины, что здесь, как бы я допускал такие моменты, что выкладывал именно с мертвыми зонами и. Вначале думал, там шкаф будет, там это, но в итоге получилось, там что-то переигралось, и где-то там наступаешь, и пол не прогревается. Это тоже важно. Здесь, кстати, будут у меня 3 контура. Раз, вот здесь второй контур, там третий контур. Потому что чем меньше контур, тем лучше прогревается теплый пол, чем меньше труба прокладывается. Вот. В интернете, конечно, много роликов о том, как его правильно ложить. Все рекомендуют. Я для себя понял, что именно прокладывать теплый пол змейкой не очень, не самый лучший вариант, потому что лучше всего прокладывать улиткой. Тогда получается пол, он равномерно идет, потому что обратка и подача, они всегда имеют разную температуру. И когда ты, получается, кладешь именно змейкой вот так, вот у тебя здесь получается, где подача идет более теплый пол, а где заканчивается уже обратка, постепенно становится более прохладной. И вот эти перепады температуры тоже могут сказаться. Вот, поэтому для себя как бы я открыл, что лучше ложить змейкой, потому что получается, когда кладешь змейкой, у тебя идет труба подачи, вот, и тут же рядом проходит труба обратки, потому что она возвращается. Подача, обратка, подача, обратка, и получается более-менее равномерное тепло. Потом... Да, мертвых зон, и очень важно для себя тоже я открыл, именно вот
от стены отступать нужно сантиметров 10, край 15 сантиметров, вот, чтобы когда ты подходишь к подоконнику, там к окну подходишь, чтобы именно было тепло. И плюс еще тепло, оно начинает подниматься равномерно вверх со всех сторон, и нет, именно получается, что ты подошел к окну, и здесь более прохладно. А от окна и так, получается, от стен, от окон все равно холодно идет. Поэтому как бы вот именно ставим батареи, да, возле окон, чтобы они создавали эту воздушную заслонку. Вот. А когда ты прокладываешь очень рядом, получается, именно подача проходит, не обратка, а именно подача проходит вдоль стены, вдоль окон, и тепло равномерно поднимается. Вот это так мои наблюдения. Говорю, в интернете много роликов, и там рассказывают профессионалы, и рассказывают довольно-таки грамотно, и зачастую неопытный человек, который с этим не сталкивался, эти грамотные термины может даже не понять. Вот. У меня еще, конечно, есть одна задача, над которой я думаю. Вот. Сейчас поделюсь с вами. Может, кто что действительно посоветует, как лучше будет правильно сделать. Потому что в интернете я также смотрел, изучал, там есть варианты, как сделать лучше. Вот. Но хочется как-то более-менее побюджетнее. Вот смотрите, вот здесь вот у нас идет подача и обратка. Это вот заходит с летнего домика. И нюанс в том, что у нас в летнем домике идет теплый пол, а здесь у нас сейчас батареи. А температура между батареями и теплым полом, она должна быть разная, потому что батареи, они не прогреют на той температуре, которая, допустим, допускается в теплом поле. В теплом поле допускается температура до 40 градусов, а чтобы прогрели батареи, температура должна была порядком 60 градусов. Вот. И этот момент нужно учитывать, потому что мы-то уберем батареи, у нас здесь будет везде теплый пол. Вот. Но у нас в дальнейшем планируется пристрой. И в пристрое у нас будут уже батареи, радиаторы стоять. И вот мне нужно сразу учесть, чтобы потом не возникло так, что у нас будут батареи холодные, теплый пол горячий. Вот. И сейчас буду я кумекать, как говорится, соображать, как потом без потерь тепла, чтобы можно было запустить отопление дальше в пристрой. Вот. Сейчас установлю первым делом я коллектор, вот, чтобы от него уже начинать тянуть потихоньку. Соберу его, изучу и дальше включусь. Вот такая система получилась. Коллекторная группа. Вот смотрите. В итоге она обошлась мне 7870. Здесь входит коллекторная группа. Стоит 6500. 16 евроконусов по 90 рублей. И две муфты комбинированные по 145 рублей. Тут эти американки. Вот переходы. Так что если кому это важно, интересно, порядком, говорю, вот у нас даже в Леруа Мерлен вот эта вся штука стоит порядком 9000. Вот, а здесь получается, как видите, даже со всеми комплектами. Вот эти всегда они у них идут отдельно. Я в нескольких магазинах спрашивал, вот эти евроконусы, они отдельно идут. С коллекторной группой они вместе не идут. И вот получается, даже у нас есть магазин такой, Уютный дом называется. Я там заезжал, мне сказали, типа на 6 этих 9000 будет стоить. Ну и плюс еще евроконусы. Вот, ну и все тому подобное. Я не спорю, может быть, она там будет латунная. Вот, у нержавейка тоже неплохо. Вот. Если кому интересно, вот где это брали. Это получается Ростов-на-Дону. Индустриальная, ряд 4Б. Вот так вот. Так, сейчас я начну дальше тянуть. Это просто я его повесил сюда, чтобы он под ногами не мешался. Вот здесь, опять же, видите, здесь картинки нарисованы.
грубо говоря, написано Team, там бренды пришлось повесить назад, потому что мне нужно, чтобы вход был отсюда, чтобы не тянуть так лишние трубы сюда. Вот, отсюда запитаюсь, вот, а это пойдет на батарее. Запитаюсь для чего? Для того, чтобы проверить все это, запустить. Вот, и как она будет совместно работать с батареями. Потому что, говорю, потом я поставлю здесь краны, они будут закрыты у меня. И когда уже сделаем пристрой, чтобы можно было спокойно подсоединиться и вести дальше. Вот, там, не знаю, насос поставить, не насос. Вот, пока пусть висит. Опять же, говорю, это сейчас временно повесил. А сюда я закручу потом ежики, чтобы она плотно была. Сейчас просто так, чтобы это под ногами не путать. Всем привет! У нас сегодня на обед будет утка. Утка. Она в соленом растворе. Плавает здесь уже часа 4. Вот. Здесь мед приготовила. Ну, здесь все приготовила. Вот горчица у меня русская. Потом еще горчица. Все вытащила, короче, что было в холодильнике. Еще горчица. И есть соевый соус. Что-то камера плохо так фокусирует это. Есть лимон, яблоки. Кстати, такие вкусные яблоки этот раз взяли. И не написано, просто яблоки новый урожай написано. Не знаю, что за сорт. И там не было написано, здесь тоже все посмотрела. Никогда не написано. Визуально покажи, может быть, кто знает, напишет, сорт как называется. Думаешь? Да, мне кажется. Ну, иногда бывает, некоторые, знаешь, настолько хорошо разбираются, что это визуально могут определить сорт яблока. Трудно определить, мне кажется. Смотрите. Обалденные яблочки. Вкусные. Прям это вообще мне нравятся такие. Мне еще сорт гала нравится. Вот они похожи чем-то на галу. Может, это и есть гала, я не знаю точно. Я говорю, но сорт не написан. Похож на галу. Потому что гала мой любимый сорт яблок. Вот. Сейчас буду мариновать. Утку вытаскивать, мариновать. И будем ее в духовку прятать. Забыли, что зубочистки нужны. А мы сегодня уже ездили в магазин и не взяли. Вот прям как с головы вылетает. А вот эти вот записочки, бумажечки, постоянно же не будешь писать такие. Это не до такой степени мы это старенькие. Ну, видать, да, такой. Рушан пошел, так как у нас нет спичек тоже. Рушан пошел к соседям, взял спички. Заточил их и надеюсь, они подойдут, будут держать. Посмотрим. Ну не будут, так не будут. Нитками завяжем. Так, как я это делаю? Я беру, вытаскиваю тушку. Тушку. Так, сливаем воду. Рассол. Рассол, да. Так, сливаем. И высушиваем. Тушка, блин, какая-то. Это. Че? Ванилистая стала. Не сушится? Может, тебе фен принести? Тащи фен, будем сушить феном. Укладку там сделаешь. Перья остались, нет? Нет. Укладка не получится. Это как ты, это, ты как так ее за шею схватила, не боишься задушить? Нет, как в баньке веничком. Ну да. Блин, у меня здесь... Ладно. Да положи куда-нибудь на дощечку и обмакивай. Хватит ее сушить уже, чересчур, а то у нее... Сухая будет, да? Пилотик, ты пошел к себе туда спать. Вот мы здесь, и вот ему надо тоже здесь обязательно тоже соль. Сейчас сразу же перчик, потом все промою. Сейчас, чтобы быстренько на видео показать. Пересолить утку невозможно. Ха-ха, мои слова. Я тоже где-то говорила. Ну, конечно, и в меру тоже надо. Так, под мышками хорошо протри. Побольше. Александровская. Есть, по-моему, такая станица в Краснодарском крае, да? Да. Видишь, как я уже все выучила. Потому что много где проезжали. Столько разных станиц. Ну да, сейчас еще пару лет и будешь экскурсии водить. Так, постояла минут
40. Я уже приготовила яблоки. Теперь беру соевый соус. Можно в конце, можно в начале. Если честно, разницы нету. Мы и так готовили. Вообще как-то. Одинаково. Одинаково. Так что. Ох, у нас здесь такой выбор. Пилотик со своими салфетками. Я говорю, ну, ты с какого будешь? Ты там только быстрее, аккуратнее наступи. Не наступаю. Я говорю, с какого будешь готовить? Говорит, сейчас готовый беру. Ну да, какой-то надо использовать. Один, два, потемнее, да? Угу. Вот этот. Пилотик. Каштан. Не буду горчить. А, так. Не должен. Я с тобой же разговаривала сегодня, что пальцы грызть нельзя. Так невкусные человеческие пальцы. Пилотик. Так. Какой взять? Давай этот. Он весь вкусный. Я там сейчас какой-нибудь возьму такой попроще, а он, блин... Окажется самым таким. Весь вкусный. Мед. Мед добавляем. Наверное, весь возьму. А его здесь немного. Ладно, потом вырежу. Бля, мне сейчас послышалось вырежу, думаю, что она вырежет. Так, теперь. Ах ты бессовестный, смотри. Рушан видео снимает. Ты что хулиганишь, а? То и дело, пилотик. Что такое безобразие, а? Сейчас тебя там поругают. Салфеток натаскал. Если я раньше один раз мыла в день пол, теперь я мою 3 раза в день пол. Пилотик? Сегодня отругали его, и на место все, он уже вроде понимает, где его место. Ну, конечно... Правда, ненадолго понимает. Мы сейчас разыграли его, да. Сами. Так. Нельзя. Ты понял меня? Нельзя. Видел? Угу. Я ему говорю, нельзя. Он... Нельзя. Нельзя. И пытается укусить. Он думает, играется. Вот значит, у меня не получается. У меня голос писклявый сам по себе. Ой. Яблоки. Это, думаю, хватит. Там еще лимон есть. Да хватит. Вкусные яблоки, если честно, жалко. Поэтому, да, поэтому ты их немного сделала. Поэтому я их по минимуму сделала. А ты на носочки зачем стала? Так удобнее. Я говорил, тебе кухню надо было ниже делать. А ты говоришь, я высокая, мне и так нормально. Так. Надо везде, внутри. Кстати, в одноклассниках так много пишут. Спасибо вам огромное. Если я не прочитала ваш комментарий... Ой, не ответила на ваш комментарий, это не значит, на что... На ваше сообщение. Ну, да. Не значит, что я его не прочитала. Я прочитала, просто не всем получается всегда ответить. Спасибо, что вы пишете. Поздравляете на праздники. Утка маленькая у нас. Вообще молодняк. Молоденькая утка. Вообще еще много. Ну ладно. Зато уж точно надежно. Яблочки. О, нормальный яблок. Владит? Думала, мало будет, оставила себе поесть. Не, что... можно будет и снаружи потом еще положить яблок. Да не, достаточно. В пакете что останется? Просто это яблоки, говорю, такие вкусные, редко. Я вообще, яблоки есть нужно, но я яблоки практически не ем. Я зря. Я знаю, что зря. Вот я и говорю, вот пока нашла те яблоки, которые мне нравятся, я могу их поесть. Так яблоки я не очень ем, и поэтому мама в детстве мне постоянно яблоко, морковочку, все на терочке натирала. Я все это помню. Хватит! Что он там опять стены? Стены грызет. Ему что-то не он хватает. Он уже кусок этой стены сгрыз. Так. Я сейчас думал, спички ломаться будут. Они не ломаются, но они коротковаты. Ломаются. Будем, блин, с дровами есть курицу. Ничего страшного, со стеклом ели же. Когда мы со стеклом ели? Так-то Новый год у нас был, салат со стеклом. Вот
ты так шампанское взорвал, что люстру всю разбил. Не, Руша, оно, видишь, вылазит. Ну ладно, оставляй здесь так. Здесь вон вылезло все. Лучше уберу. Не будем этим париться, мучиться. Это получится тебе одной рукой засунуть? Получится. Опа. Все, а вот здесь просто, наверное, подогнуть вот так под себя и все. А можно как-то завязать, может быть. Сейчас посмотрим. Сейчас мне нужно будет еще лимон, я хочу. Не досталось тебе яблок? Почему досталось? Вон сколько. Наверное, вовнутрь тоже надо было запихать один лимончик. Да, не, нормально. Так, и дырочек нету в пакете? Я сделаю. А вот что я имелось в виду. Завязки под рукой. Да? Ну, завязал вот так и все. Все, на 200 градусов. И на очень-очень долгое время. Долго готовится. Мы сейчас сможем очень много дел переделать. Пойдем дальше заниматься ремонтом. Я буду помогать Рушану где-то что-то. Пол раскладывать там. И все такое. Все снимать не будем. А вот и делать эти спички. Выкинул их. Выкинул? Да, так они же мокрые. Тут дело не в мокром. Не то, что мокрые. Надо было дырочку поделать, Руш. Стало намного светлее. Фольга отражает свет. Вот, одну комнату застелил. Точнее, раньше это было три комнаты, теперь это один большой холл, гостиная. Все застелил, я теперь буду бросать сетку и буду кидать сюда теплый пол. Так, почему именно с этой комнаты начинаю? В принципе, я могу раскидать. Вот у меня отсюда сейчас пойдет. Вот здесь. И будет она заходить отсюда и туда пошла. Потому что время просто не терять, не ждать, пока там высохнет. Раскидаю пока здесь пол. Вот. А потом уже крайний получается пойдет по этому краю. Вот. Вдоль стены. И зайдет сюда уже в ванну. И там, когда подсохнет. Я думаю, еще пару дней. В принципе, у нас батареи топятся, поэтому она сохнет быстро. Ну, сохнет быстро пол. Вот, поэтому пару дней еще подожду. А здесь сюда пока кину, чтобы время даром не терять, еще раз повторюсь. Так что вот как-то так. Вот, а кухня и коридор уже будут заливаться в самую последнюю очередь, потому что оттуда надо тоже куда-то все девать. Здесь зальется, вот, потом перейдется туда. Оттуда все сюда уйдет, а заливать буду там уже.
Так, сетку закрепил. Вот сюда я таких креплений сделал, получается 8 штук. Это подача-обратка, 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 подача-обратка. Так, что-то я правильно сделал? 2, 4, 6, 8. Так, еще один надо сделать. Вот, ну, короче говоря, сюда будет закрепляться, идти теплый пол. Вот, ровненько через 10 сантиметров, потому что вот в эту комнату как раз вот через эту дверь будет проходить вся магистраль по этим, как говорится, контуром. Раз, два, три, четыре контура. Вот так что. Сейчас буду тянуть сами трубы, потихоньку прокладываясь. Закрепил сетку. Сначала бросил так. Думал, там прихватил, там прихватил. Вот, не очень удобно получается. Труба гнет ее. Вот, съездили в магазин, купили вот такие подвесы от гипсокартона. Вот так нарезаю на дюбеля. Почаще, почаще, почаще креплю сейчас. И сейчас буду уже раскладывать теплый пол сам, трубу. Вот, местами буду крепиться еще вот, ставить вот такие штуки на изгибах. Очень удобно на них, потому что изгиб, он, если делать вот здесь, грубо говоря, он не такой уж красивый получается, либо его выгибает, поэтому сюда сделал, защелкнул, и нормальный изгиб получается, ровненький, красивенький. Так, теперь сейчас буду раскладывать трубу. Ой, скажи, сколько места! Сколько места! Бедный. Сейчас она счастье описывает! А я потом это вляпаюсь, да? Угу. Лично такое мое наблюдение. Вот я до этого рассказывал, то, что можно ложить змейкой там, есть потом улиткой. Вот, то, что змейка не очень хорошо, улитка очень хорошо. Угу. Вот. Но вот одно есть но, то, что змейка ложить намного проще. Змейка ты кладешь, вот, и у тебя легко там все рассчитывается, у тебя нету этих мертвых зон, но когда ты кладешь улитка, я не знаю, может как-то там спецы кладут, какие-то, может, что-то используют. Вот. Что-то вот, сожрал, что ли? А? Ты мне смотри, здесь ничего не ешь. Пилотик. Так, блин. Я вот отпускала здесь у нас уже в коридоре рушь. Он там, знаешь, что-то, блин, сожрал. Так, плюнь, я сказал, быстро вытащи. Ну, как бы вот эти железяки, видишь, у тебя валяются. Ты смотри мне, но-но-но, давай. Через эти провода всякие. Вот, смотрите. Нет, ты смотри. Видишь, вот здесь получается расстояние, да? Ну, легко, 15 сантиметров. Вот, но, когда ты идешь, делаешь изгиб, вот это расстояние, на самом деле очень тяжело сделать 15 сантиметров, и получается все равно небольшие мертвые зоны. Как бы допускается там 20 сантиметров, вот, но все равно немного отличается размер. Вот. А когда ты кладешь улиткой, то вот здесь вот мне пришлось положить небольшую часть улитки, но это будет подача, поэтому как бы здесь потери тепла не будет, плюс еще здесь камин будет, здесь все нормально будет. Вот немножко вот пришлось улиткой. Обалденно кладется, легко, никаких мертвых зон, все классно. Но единственное, вот здесь даже вот на картинке, вот если обратите внимание, показано три варианта. Вот улитка, змейка, и вот, как я понимаю, это двойная змейка, такая более-менее тоже оптимальная, то что обратка и подача идут рядом. Вот видите, здесь показано, вот когда вы змейкой кладете, вот она пошла горячая, красная подача, идет, и в конце она уже остывает. И, грубо говоря, половина помещения будет холодная. Вот. А когда идет змей улиткой, вот, они проходят, получается, рядом, и одна компенсирует трубу другую, и поэтому получается равномерное тепло. Либо второй вариант, это змейки класть вот так, вот. Но в нашем случае это не совсем удобно, потому что у нас это вот в коридоре хорошо ложить так. Вот. А так вот по время затратам, говорю, если ложить улиткой, вот, если, грубо говоря, кто-то, допустим, кого-то будет нанимать, либо ему будут сам ложить, вот, у этого, учитывайте то, что улиткой ложить намного проще, змейкой ложить намного проще и быстрее, вот, но существует потеря тепла. Если, грубо говоря, вы нанимаете мастеров, и они вам кладут и предлагают положить улиткой,
Это, скорее всего, из-за той причины, что, допустим, это проще ложить. Ой, змейкой. Все их тут ложить. Вот, если вам кладут змейкой. А для основного тепла лучше, конечно, кладут улиткой. Хватит есть. Это несъедобно. Дай сюда. Пойдем, пилотик. Пойдем с тобой дальше. Готовим. Пойдем? Вон. Наелись всего, да? Наелись такое счастье наше. Наелась. Скажи, тут много места, да? Бегать много места. Ой, как мы здесь бегаем. Только когда будешь шуметь, предупреждаю, чтобы мы не описались, ладно? От страха. А я пока да? Чтоб нечаянно не описаться. Пока вы тут, я шуметь не буду. А то у нас бывает такое, когда мы надолго нет дома, мы потом приходим. А это счастье от счастья. Счастье от счастья. А, ну да, это же счастье. И он от счастья писькает. Пойдем на кухоньку. Скорее всего, наверное. Готовить пловик. Пойдем. Оттуда и пошло термин. А то скоро будет уже все там готово. Пойдем на кухню. Вот так. Ой, здесь смотри, сколько проволоки колючие. У тебя глаза на выход. Пойдем лучше отсюда. Пойдем на кухню поиграем, ладно? Вязальная проволока заканчивается. О! Это облизунка такая. Облизунка. Красиво, да? Пилотик. Красота. Ой, какая красота.